Впервые выставку документов о преступлениях нацистов открыли в Магаданском областном краеведческом музее. Мероприятие проходит в рамках проекта «Без срока давности». Это выставка архивных документов о трагедии мирных жителей в годы Великой Отечественной войны, о преступлениях нацистов и их пособников на оккупированной территории. Актуальность выставки «Без срока давности» в исторической памяти, прежде всего. Выставка достаточно тяжелая, непростая. Это часть общероссийского проекта «Без срока давности», который посвящен военным преступлениям на территории Советского Союза во время Великой Отечественной войны. Здесь на данной выставке представлены 22 региона Российской Федерации, которые были под оккупацией во время Великой Отечественной войны, и рассказывают о военных преступлениях оккупантов против советских граждан. К работе над проектом «Без срока давности» подключились около 50 архивных учреждений, более 300 сотрудников, 66 историков. Среди них специалисты региональных государственных архивов и члены региональных отделений Российского исторического общества, ученые-историки ведущих российских вузов. Эта программа создана для сохранения исторической памяти о жертвах преступлений нацистов среди советского мирного населения. В декабре прошлого года проект признан лучшей научной работой года памяти и славы и удостоен национальной премии «Победа». Познакомиться с ним можно на сайте «Без срока давности РФ».